Три года назад Татьяна Арнтгольц покинула программу «Жди меня» и ушла в декретный отпуск. Актриса, которая вместе с Александром Лазаревым была ведущей на протяжении 5 лет, вернулась в студию телеканала НТВ после полугодового перерыва, однако, как оказалось, ненадолго. Выясняется, что Арнтгольц покинула проект по собственному желанию. «Таня ушла из «Жди меня» по собственному желанию, много лет отдала данному проекту», — рассказал Лазарев. По его словам, Татьяна решила уделить больше времени театру и съемкам в кино. После ухода коллеги актер решил представить свою новую соведущую. В новом выпуске, который выйдет в эфир 28 сентября, появится актриса Алена Бабенко. Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев стали вести программу «Жди меня» в 2018 году. По словам Арнтгольц, начало съемок было для нее непростым периодом, так как программа требует от ведущих как профессионализма, так и эмоциональной отдачи.